Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Султанов Мирлан. Я родом из Кыргызстана. В данное время мои родственники, отец и брат, в Америке. Угу. Они в этом иммигрантском лагере были больше месяца, где-то полтора месяца. Угу. И благодаря нашим... Сейчас в Нью-Йорке, да? Да, в Нью-Йорке. И благодаря подпоручеству наших друзей их отпустили. Угу. И сейчас они находятся в Нью-Йорке. Да, они порекомендовали вам нас, нашу компанию. Я с ним созванивался, они вот порекомендовали вашу компанию, чтобы меня туда в Америку пустили, как бы. Туда меня, да, вот. Да, будем вас тоже готовить. Вам, возможно, тоже придется пробыть в лагере какой-то срок. Но не переживайте, мы постараемся этот срок сделать максимально быстрым, и вы также быстро попадете к вашим родственникам. Все будет здорово. Спасибо вам. Всего удачи.